Сегодня 10 сентября, и пришло время для нашего традиционного ежегодного приватного Октоберфеста. Для этого я купил вот такое вот пиво, конечно, использоваться будут правильные стаканы, все есть, все в наличии. Так, ну вот всегда хочется какую-то, привнести, систему, что ли, вот с какой-то идеей, чтобы этот проходил такой наш праздник. И поэтому я решил в этот раз взять, например, вот простое Löwenbräu и Oktoberfest Beer. Простой Spaten и Oktoberfest Spaten. И вот также HB. Вот тут Paulaner Oktoberfest Beer и Münchener Hell. Ну, не совсем правильно, может быть, но все равно интересно сравнить. Вот у меня такая идея возникла, сравнить именно как по вкусовым качествам. И вообще будет... Именно я хочу так сделать, чтобы, допустим, налить 2 стакана одновременно этого и этого пива. И одновременно пробовать. И сделать выводы. Ну, естественно, что Oktoberfest Beer, оно покрепче, чуть-чуть покрепче, там на процент, где-то проценты 2. В общем, оно покрепче, чуть-чуть. И просто интересно, не просто пить пиво, а именно сравнить простое и Oktoberfest Beer. Еще мне интересно вот было сравнить, например, вот оригинал Münchner Hell. И вот это тоже от другой фирмы, тоже Münchener Hell. Мне тоже интересно. Так, это вот так вот будет. Вот я все остудил. В холодильнике было всю ночь, все утро. А это я докупил так это. Надо будет, выпьем. Нет, так нет. В общем, с такой идеей у меня в этот раз, чтобы сравнивать. Еще взял, порезал немного сыра разного. Голландского, кстати, сыра. Да там жрачки-то будет достаточно. Сейчас вот это все положу в кюльташи. Там замороженные такие брикеты. Опа, что-то лопается, нифига себе. Только что лопнул. Так, ну все, я готов. Свою часть я сделал. Сейчас там будем грилить. Пить вкусное пиво, я надеюсь. И делать выводы. В общем, советую всем повторять. Так, праздничный стол почти накрыт. Вкуснейшие белые колбаски. Брецели. Прямо из Баварии привезены. Я так думаю. О, вот это тоже неотъемлемая часть стола праздничного. И вот это вот, вот это, вот это, вот это. Вот это... Вот эта вещь. Это четко. Так, сейчас пивас придет. И все будет четко. Как я одет. Сейчас покажу. Тут смотри, сколько яблок. Блин. Саня, смотри, какие яблоки у тебя классные. Первый раз такие? Столько много, да? Нет. Нет? Прямо усыпано все. Так, а вот так вот я выгляжу. Шорты, как в Баварии, кожаные шорты, правильные подтяжки, правильная шапка, все четко. Сейчас будет праздничный обед. Так, а сейчас Spaten, знаменитый Spaten, только что дернули Löwenbräu. Что ж, Spaten идет. Посмотрим, есть ли разница и в чем разница. Какое лучше, какое хуже. Все четко. Так, и сейчас колбаски с квашеной капустой и HB. Тоже оригинал и Oktoberfest Beer. Ну, что-то
Вот этот не различается практически, а остальные все очень хорошо отличаются. Крепче, вкуснее, вкусней Октоберфест бир. А это вот, ну, все равно это очень интересно. Вот так вот вкусно будет. Муравьишка уже бегает. Сейчас я его съем нафиг. Пройден промежуточный этап. Вот, 4 бутылки выпито. Оригинального и Октоберфест бир. Вот, по-моему, мне кажется, все так согласятся, вот Шпатен Октоберфест бир был очень вкусным, очень насыщенным. Ну, просто вкусным вот он был. Остальные так себе. Вот тут тоже была разница между ними. А здесь мы практически не почувствовали разницу. Ну, праздник продолжается. Ну, все, праздник закончился. Пиво выпито. Пиво было вкусное. Все прошло, как всегда, на высоте. Вот это еще раз скажу. Пиво победило по вкусности и по всем параметрам. Шпатен лучший. А это вот так вот я пернул, чтобы все капли сбежали, чтобы лучше сдавать их потом, без всяких там остатков. Все классно. Погода была изумительная. Жарко очень, но все равно изумительная. Все классное.